Сезон лета с физкультурой сегодня открыли тюменские дачники. Проект реализует сразу два городских департамента по спорту и здравоохранению. В течение трех месяцев спортинструкторы и волонтеры будут организовывать для дачников различные секции. А вот какие, узнала Екатерина Кальченко. У вас как перчаточка получается. Конечно. И левая где ваша? На звуки музыки дачники общества «Мичуринец-2» вышли быстро. И сразу же оказались в центре внимания. Сегодня здесь открылся уже третий по счету проект «Лето на даче с физкультурой». Все три месяца тюменские дачники смогут отдохнуть от грядок и комаров на спортивных занятиях. Пригласили, и хочется попробовать. Хочется, правда. Скандинавская ходьба знакома вам? Знакома, слышала, но никогда сама не ходила. Заниматься с дачниками будут профессиональные инструкторы, а помогать им намерены волонтеры, жители садовых обществ. Скандинавская ходьба, гимнастика, пилатес и шахматы. Организаторы обещают, пенсионерам скучать не придется. Расписание можно будет найти на сайте департамента по спорту в группе «Спорторганизаторы Тюмени». Значит, точно так же афиши будут размещены, ну вот как, кстати, вот здесь сегодня размещены афиши в каждом садоводческом обществе, где будет указан график занятий. У нас порядка 7 направлений, которые предлагаются в условиях садоводческого общества. Перед каждой тренировкой посещение врача. Палатка здоровья начала работу прямо на открытии. Дачники смогли измерить давление. Мы нервничаем, сейчас приехали сюда, на дачу. Сказали чуть-чуть. Видимо, сказывается волнение. Приехали, как говорится, с корабля на бал. Приехали отдохнуть, попали на такое мероприятие. Чуть-чуть, но вообще-то чувствую себя нормально. В рамках этого проекта мы планируем в течение всего лета делать выездную работу палаток здоровья в тех дачных обществах, которые вместе с нами сотрудничают. Будут они располагаться, скорее всего, управлении дачных кооперативов, там, где, в принципе, проезжают все, и это будет, скорее всего, по субботам, именно в тот день, когда люди массово заезжают, выезжают на дачные участки. Физкульт-занятия будут проходить два раза в неделю в некоторых дачных обществах. Они пройдут уже завтра. Екатерина Кальченко, Евгений Доценко, «Тюменское время».